птички как поют. Все к сезону готовятся. Убирают, чистят. Дорожки делают. Еще один корпус. И кафешка уже открылась. Уже движение есть. Людей очень много. Водоросли, смотрите. Я стою на самом верху. Ой, страшно как. Водопад остался позади, и мы идем на закрытую железнодорожную станцию. Сейчас пройдем. Цветет. Что это за травка такая? Помнишь, я тебе говорила, бананы? Вот они, бананы. И вот с правой стороны, вот, видишь, вот, это тоже бананы.
Поднялись мы наверх. Здесь вот такие указатели. Написано, что это запретная зона. А это вот туда дорога пошла в гору. Скоро может его убить. Тут откопать туда под козырек тоже заброшенная. Ой, какой вид. Придется тебе выйти. Ну, тебе вообще гормоны. Уйди, Паш, это уйди. Вообще не надо орать. Сырцха. Станция была. Станция. Вот с этой стороны еще один проезд в гору уходит. И там вот кафешка какая-то. Сейчас пройдем туда. Интересное место. Историческое ущелье. Это надо покупать билетик. И вот подъем туда, в ущелье вверх. Маршрут идет. А это еще один выход. Вот в горе. Железная дорога туда уходит. Я думала, буду вот так ходить, снимать. Горная речка. А вот еще какой-то вход. Молодежь куда пошла? Выйти можно куда-то. Интересно, куда там можно выйти? Видите?
Да, наверху лепнина была. Смотри, вот кругляшочки остались, да? Столбы, интересно, из чего они тут. Это тоже железо. Мне очень фонари понравились. Ирин, смотри, а тут как сделано ажурно. Эти фонари тоже, наверное, из металла, да? Ну да. Это металл. Какой-то металл. И он практически целый. Да. Его бы почистить, помыть.